Джеральд Крисон. Я бы предпочел просто Стоун. Это кликуха такая или что? Так, меня зовут братья. Короче, давай реально. Ты мне поможешь или нет? Может, для начала поговорим, а там оба решим, что дальше. За несколько дней до его пенсии. Отлично, все там будем! Я бы хотел задержаться до пересмотра его дела, если вы не против. Да. За пару недель до его освобождения. Давай поговорим о том, как ты здесь оказался. Дело на столе, зачем снова о нем говорить? Потому что преступник ты. Да к черту эти разговоры, пиши там, что хочешь. Встретимся снаружи и посмотрим, кто выйдет раньше. Стоун, хочешь на свободу, работай со мной. Это ясно? Да. Тогда садись обратно. Они всего лишь в одно мгновение. Я хочу, чтобы ты с ним сблизилась. Для тебя все что угодно, милый, ты знаешь это. От совершения величайшей ошибки в своей жизни. Офицер Мэйбри, я жена Стоуна. Пришли на свидание? Не хотелось бы вас сильно обнадеживать. Я так хочу, чтобы он вернулся домой. Джек, кто звонит? Я хотела узнать, когда мы сможем встретиться. Я уважаю ваши чувства к мужу и то, что вы готовы на все, чтобы ему помочь. Да, я люблю мужа. Но я лишь прошу дать мне шанс показать его в ином свете. Надеюсь, вы согласитесь. Грех естественен. Мы рождаемся с ним. Благослови нас, Отец Небесный. Ты сам не свой. Джек сказал... Ты называешь его по имени? Ну да. Почему ты ходишь на свободе, а я закрыт? Потому что я не получил срок за преступление, и ничего такого ты не совершил. Никто не должен об этом узнать. Этой осенью я боюсь умереть. По-моему, это тонкая игра. Вы оба те еще фрукты. Правда. Ты сказал ему о нас? Не хочешь мне ничего рассказать? Никогда не бывает высечено в камне. Посмотри на меня, я люблю тебя, Джек. Не слушайте ее. Обладатель премии «Оскар» Роберт Де Ниро. Номинант на премию «Оскар» Эдвард Нортон. И Мила Йовович. Я же хорошо справилась. Стоун. Фильм Джона Керрона. Скоро в кинотеатрах.